Всем привет, вы на канале GameDop. Сегодня у нас видео по игре Lineage 2M. И получается, вот на днях было обновление. И для тех людей, кто играет на андроиде, кто качал игру через ZTapTap, у них появляется вот такая вот ошибка. Решение проблемы очень легко загуглить, но у кого это не получилось, сейчас я вам расскажу, как эту проблему решить. Все очень просто. Забиваем болт на TapTap и качаем другой аналог нашего Play Market. Называется QApp, ссылку оставлю в описании, или просто гуглим в интернете и качаем. Устанавливаем, регистрируемся, и перед тем, как скачать, берем, наверное, все же старую версию Lineage 2M, мы ее удаляем и качаем по новой. Конечно, придется подождать, чтобы игру по новой с нуля скачать. Ну, а что делать? По-другому никак. Вот на этом и все. Всем спасибо за внимание. Кому видео было полезно или интересно, ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Бабах.